Основные требования в этом году для поступления по квоте в украинские вузы – это наличие у претендента статуса зарубежного украинца и знание украинского языка, говорят в Министерстве просвещения Приднестровья. По договоренности, опять-таки, с консулом, они будут приезжать в украинский дом вот, при поддержке украинских сообществ для консультирования граждан и приема, предварительного приема документов на статус зарубежного украинца. И они говорили о том, что помогут нам в части ускоренного получения этого статуса нашими гражданами. На сегодняшний день в Министерстве просвещения поступило более 120 заявок от выпускников школ. Определять, кто войдет в сотню счастливчиков, будет конкурсная комиссия, куда войдут представители общественности, украинских сообществ и Министерства просвещения. Будет создана обязательно конкурсная комиссия. И по собранным документам, естественно, с учетом успеваемости, общественной работы и так далее. Ну, как обычно в таких случаях, конкурсная комиссия будет отбирать претендентов на получение квоты. Это все будет гласно, будет приказ, будут совещания, будем об этом говорить. В Минпросе отмечают, заявку для поступления в украинский вуз еще можно сдать до конца этой недели в Управление народного образования либо принести в Министерство просвещения. Светлана Березовская, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский.